Дети пишут Богу, дети обращаются к Богу, дети рассуждают о Боге. В одной книжке я прочитал стихотворение, что ты послал вороне кусочек сыра. Не можешь мне послать тоже? Он мне тоже очень нравится. Как ты на небе живешь? Все ли у тебя есть? Может, что надо? Почему нищие просят милостыню около церкви? Чтоб ты отмечал, кто дает? Православный детский лагерь. Детям показали познавательный фильм о жизни китов. После просмотра батюшка задает вопрос. Ребята, расскажите, почему киты ведут кочевой образ жизни? Напряженная тишина. Затем раздается голос шестилетнего мальчика. Потому, что они не хотят прилепляться ни к чему земному. В храме идет проповедь. Моя пятилетняя дочь долго стоит, слушает. Затем обращается ко мне довольно громко. Мама, вот ты говорила, что в храме нельзя разговаривать, а батюшка все болтает и болтает. Я бы попросила ума моим родителям, а то они меня совсем не понимают. Ты пишешь в Библии, что в начале было слово. Какое? Запись в дневнике. Пел на уроке «Господи, помилуй». Есть у меня племянник, умненький мальчик, очень любит рассуждать и философствовать. Вот как-то вечером сидит на диване и задумчиво так говорит. Вот, есть люди, которые не верят в Бога, а зря, представляешь, умрет такой человек, попадет на небо, а там... Опаньки! Господи, в те разы, когда я не молюсь, не сердись, я весь в любви. У католиков один Бог, у мусульман другой, у иудеев третий, у лютеран четвертый, у православных пятый. Да сколько же вас там? Господи, ты хоть мой новый адрес знаешь? Я тебя, конечно, люблю, но маму и папу больше. Это ничего? В детском саду девочка что-то с упоением рисует. Воспитательница, что это ты рисуешь? Бога. Но ведь никто не знает, как он выглядит. Сейчас узнают. Пришел в храм на службу мальчик 4 лет. Пришел вместе с бабушкой. Спросил, что это за бумажки, в которых все что-то пишут. Это для имен. За кого нужно молиться? Сказала бабушка. Тогда и я напишу. И написал. Получилось? Спросил мальчик. Да. Не переживай, Бог поймет. Внук увидел фотографию венчания родителей. Почему мне не сказали, что мы короли? Давай поговорим как мужчина с мужчиной. Тебе моя Ленка нравится? Если нет, почему ты сделал так, что я все время смотрю на нее? Если да, почему она на меня не смотрит? Я еще маленькая, учусь в 3 классе. Грехов пока нет, но собираются. Признайся честно. Боже,
это ты и подстроил. Пятилетний сын набедокурил и был отправлен в угол. Встал молча. А через минуту из угла обиженно донеслось: а вот Господь всех прощал. Вчера узнал про тебя классную примету. Если вы богаты, это от Бога, если бедный, это к Богу. Была в деревне и увидела небольшую церковь. Беленькая, чистенькая, за ней березы, речка, а вдали большой зеленый лес. Это твоя дача? Папа делает поклоны с молитвой. Боже, милостив буди мне грешному. Малыш делает поклоны и тоже молится. Боже, милостив буди папе грешному. О здравии, Надя бабушка, Лена мама, одноклассники, школа, друзья все, близкие все, больные все, бедные все, и многие другие все при всей. Молитва ребенка. Господи, пусть будет все так, как ты захочешь. Но хоти, пожалуйста, так, как хочу я. Воскресная служба. В храме всего человек 10. Один мальчик долго рассматривал икону Господа Вседержителя, а потом спросил: на этой иконе написано, где все? А упокоение? Елизаветью, Никиты, Вячеслава, Ивана, Артема, Антонинье, Клементинье, Ники, малыша, кошек, Асечки, Ксении, котятам, котам, Флоримону, Томасу, Кузя. Спросила у дочки, кто такой Боженька? До глубины души поразил ее ответ. Боженька, это самый главный в мире папа. Один мальчик очень плакал в храме. У него умерла собака. Он спросил, куда поставить свечку, а ему ответили, что о собаке свечки не ставят. К нему подошел один монах и спросил, о чем мальчик так плачет. Узнав горе ребенка, он подвел его к иконе Георгия Победоносца и сказал: «Вот, поставь этой лошадке и помолись». Детская молитва – самая чистая и искренняя. Господь сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Ребенок поступил по любви, придя в храм помолиться о своем умершем друге. И монах поступил по любви, когда помог ребенку, не оставив его в беде. Потому что любовь выше законов и правил.